Здравствуйте, дорогие друзья, мои уважаемые зрители. Рада всех приветствовать на нашем с вами канале, на канале Петдубна Лайв, моем творческом. Я считаю, что это творчество мое, потому что мне нравится то, что я делаю. Мне хочется дарить вам позитив и прекрасное настроение. Так что рада всех приветствовать. И куда мы приехали? Сейчас увидите. Друзья, мы в Тревизо. Вот посмотрите, что это за марка машины. Подскажите мне, пожалуйста, что это за марка машины? Вот хозяйка эта в черненьком, она нам просто... Ну, ретро, понятно, но какая это марка машины? Нам хозяйка разрешила сделать видео, но вот это она. Вот она только что хотела сесть в машину, подошла, вот открыла. Я говорю, можно поснимать. И я бы спросила ее вот это в черном, сейчас спрошу. 1932 год. Ispirata al nome Alvise, che era uno dei conti della villa, perché voleva farsi fare una macchina, un conte della villa che c'è tra Stra a Stra. Cosa c'è da capire? Che bravi! La... Contarini? Sì. Mm. Villa Contarini. A Villa Contarini, il padrone sì. Villa Contarini nel 1800 mm-hmm. è andato in Inghilterra. E in Irlanda come quelli della Taiville Contadini sì. Mm-hmm. E lui ha voluto farsi fare una macchina col suo nome mm-hmm. manca lo stemma della Alvis che Сейчас время, знаете, да, еще полчаса и они откроются. А вот сейчас расскажу за этого мужчину. Нет, это очки делают под заказ. В Венеции тоже есть этот бутик, тот же сам, тот же мужчина с бородой. Он и в Венеции, и здесь. Видела, у меня тоже есть видео. Там 600 евро, если ты хочешь заказать под заказ. Очки, если готовые, 490 вроде бы. Вот, любая оправа, ну там все подбирают по тебе. И он делает, да? Да. Cosa ha fatto? Cosa è successo? Ah, pulisco un po' per l'occhio. Ah, он говорит, просто хочу помыть, потому что мне не нравится, что там грязное. Угу. E vedi che stile bello di lui, tutto. Dovrebbe fare il comune, ma mi arrangio. Sì, anche io faccio da solo a casa perché il comune non viene. Io faccio anche video a te, capisci? Tua look presa per YouTube, canale YouTube. YouTube? Sì. 50 euro. Perché è molto particolare. Sono vestito normale adesso. Ah, per te questo è normale? Красота. Я очень люблю это место. Просто наслаждаюсь. Покажи везде вот этот канал. Очень быстрая вода в этом очень канале. Очень красивая. Да? Сегодня она мутная, но бывают такие дни, что видно дно прозрачное. Сейчас я смотрю, озвор где-то идет, знаешь, такая мутная немножко. Красиво. Дорогие мои друзья, я опять Тревизо, я опять в своем любимом городе, просто наслаждаюсь, как впервые. Ну вот нравится она мне, ну просто нравится мне этот город. Да, мне очень нравится этот лифт, я вам уже его показывала неоднократно, но все равно я вот, ну вот люблю я и наслаждаюсь этим городом. Даже этот итальянец, который я вам засняла, что сидит, что-то чистит там. Мы уже с ним потом поговорили. Просто некому снимать меня постоянно. Вот. Некому показать. Вот. Мы с ним на Инстаграм красивое видео сделали. Такое идет на общение. Говорит, а что ты купила квартиру в Маэстро? Типа, Маэстро ж такой некрасивый городок. Что ты у нас тут Тревизо не купила? Я говорю, ну да, дорогой. Я выбрала Вио Гарибальди. Он говорит, ну да, это самое красивое Маэстро. Да, ну рассказывайте, что вы там видите? Вот смотри, смотри, веточку несет. Эту большую, которая была возле нас, видишь, он испался нас. Уплыл. Класс, вообще, слушай. Это чудо. Мне 52 года, я впервые это вижу. Да ты что? Да, своими глазами впервые вижу. Да, вот так вот. Она на яйцах сидит, видишь? Да. Так, пошли не мешаем. Боже, спасибо. Это одно из моих любимых мест. Вы же знаете, что я очень люблю проходиться возле этой старой мельницы, которую сейчас не видно, потому что все покрылось зеленью. И вот этот дикий, вот эти розы, которые излучают такой приятный аромат, ну вот как масло роза мы слышим, да, они пахнут. И вот эти гвоздики, ну это просто тоже такой, это все свеженькие, понимаете, это все пахнет. Божественно красиво.
Боже, как красиво. Так я люблю эти места. Сколько прихожу, и всегда, как говорят, всегда голодная на... Нет, не кушать, а голодная на красоту вот эту, понимаете? Мне всегда ее мало, мало, мало. Хочу, хочу, хочу. Вот. Это, как это называют? Бруківка на украинском, бручапка, Забыла опять, как на русском будет. Правильно. Тоже сколько ей лет. Вы подумайте, сколько ей лет. И вот эти прозрачные сиденья, все очень даже продумано, чтобы видно было. Но комбинировано, потому что и столы разные, я смотрю. И вот кресла разные. Ну, все так продумано, так. Каждый кусочек, этот антикварный диванчик. А вот тут ножка сиреневая, смотрите. Не знаю, может, это я так просто... И они уже взяли цвет, наверное, вот эти гвоздички сиреневые. Боже, какой аромат божественный! Какие красивые водоросли, и вот эта прозрачная вода. Красиво, да? Очень красиво. Это старая аптека. Понте Санте Мартино. Мост Святого Мартина. Красиво. Ну, не знаю, каналы и река здесь, Тревизо. Есть каналы, есть река, забыла просто название этой реки. Ну, вода очень, ну, течение очень быстрое. Смотрите, папа, мама и детки. И вот там карпы, если вам видно. На дне карпы. Видно? Я подержу камеру, не буду так. Это среди города, друзья. Но вода такая мутная, не знаю, что. Но у нас дожди были, потому вот идет сейчас такая вот трава здесь, в этом канале. Это же не речка, это канал тут. Речка там дальше. Видно, какие рыбы большие на дне? Папа стоит, а мама поехала, побежала за детками. Смотри, трое деток. Так и должно быть. Ага. Мужик отдыхает, мама контролирует. Но вот эта большая рыба меня, я впервые тут вижу, кстати. Они дальше будут стоять? А что они стоят? А они против течения стоят, выводят этих самых... Ну, еду? Ну, да. Да? Угу. И на этом, дорогие друзья, заканчиваем наше с вами сегодняшнее путешествие. И до скорых встреч, папусики. Чао-чао.